Севастопольцев приглашают принять участие в фестивале северной ходьбы. Спортивный праздник состоится в рамках реализации социального проекта «Бодрый шаг» при содействии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В эту субботу, 28 мая, каждый желающий при помощи или под наблюдением опытных инструкторов сможет попробовать такой вид физической активности, как северная или скандинавская ходьба. Спортивный инвентарь, специальные палки на время тренировки будут выдавать бесплатно. В то же время организаторы фестиваля обещают площадки для тех, кто захочет принять участие в мастер-классах по танцам, альфа-гравити или проверить свои знания по теме здорового образа жизни в викторине. Также гостей мероприятия ждет небольшой концерт. Праздник здоровья пройдет с 9 утра до часу дня в студенческом парке по улице Парковая напротив Нахимовского училища. Это конечная автобусов 23 и 34, остановка «Аквапарк Зурбаган».